все наши проблемы, все, что связано с весом, наше пищевое поведение, наша пищевая зависимость от того или иного продукта, ну, понимается, да, что если есть зависимость от еды, то, естественно, будет лишний вес. И наоборот тоже, если есть лишний вес, это в любом случае зависимость от еды. А те утверждения, которые говорят, что это у меня гормональный сбой, что это там генетика, что это природа такая там или еще что-то, все это неправда. А, как говорится, от воздуха жир не может расти никак. Это все-таки в любом случае переизбыток еды. А почему переизбыток еды? Это все идет с нашего подсознания, то есть то, что можем мы реально даже не осознавать и не понимать вообще. У меня зависимость проявлялась тем, что из-за жесткого ограничения в питании, вот это началось несколько лет назад, да, ограничила сначала углеводы, то потом жиры, то потом и то, и другое, то потом перешла на правильное питание, то есть ограничение еды, конкретного продукта или, может быть, времени или объема продукта, объема порции. И это все как-то, наверное, воспринималось моим мозгом как все, что это голод. Настал, да, плохие времена, и вот, ну, как-то стал защищаться. И у меня пошли огромные, жесткие, большие переедания. То есть это просто, знаете, вот словами не описать. И вот эта прививка, вот просто выполнять задания, которые рекомендуют, выполнять просто элементарные рекомендации, вот просто как рукой сняло. Я даже не знаю, как вам объяснить, вот просто я вам действительно говорю от души, как говорится, смысл врать. Реально, у меня нет тяги к сладкому. Вот если я раньше ела и на завтрак, и на обед, и на ужин, обязательно у меня должен был быть чай там с конфеткой, с печенюшкой, то сейчас просто они у меня лежат неделю. Могу не есть. Единственное, могу захотеть съесть сладкое, только когда голодна, что естественно, как бы, да. А так и сейчас у меня нет такого, что Прям набрасываюсь, когда голодна, на сладкое, что не могу, вот. Я поем, ну, обычную еду, да, скажем, и, может быть, поем что-нибудь на десерт, одну конфеточку. Может и нет, если не хочу. То есть вот просто она ушла, эта тяга. Я этому безмерно рада. Я рада этому, я не знаю, сколько миллионов тысяч раз. Потому что я не знала, как избавиться от этой зависимости. Я давным-давно понимала. Что это вредно, что это портит не только там фигуру, но и здоровье, да, столько сладкого кушать. Столько сахара в день. Столько там, я не знаю, всех этих трансжиров, то, что содержится в сладком. Вот это у меня пропало. И что еще хотела сказать? Ну и, естественно, переедания. Вот эти компульсивные переедания, у кого РПП, они поймут. Это реально такие переедания. Не просто, что ты немного переел там, да, чего-то больше. А эти компульсивные переедания, это вот ты когда мне до этого говорили, что это ты пол холодильника можешь съесть за раз, я не верила. Действительно, это так. Ты за раз просто килограммами можно было съедать пищу вот в такие моменты. у меня это просто тоже. Пропало. Нету. Вообще нету. То есть даже при всем огромном желании, даже сейчас уже переесть тоже не могу. Вот настолько глубинная работа проходит в программе. Поэтому эта программа, могу сразу сказать, что я первая, скажем, да, могу рекомендовать вот у кого РПП. обязательно пройти эту программу, что ты как личность меняешься, что вот тоже могу сказать, что я стала жизнерадостнее намного, что появилось много чего интересного вокруг, что наконец-таки мир вокруг меня есть, что мир вокруг это не отражается только едой, да, как у меня было, когда я была помешана на еде. Еда, это топливо, все. Надо жить, наслаждаться жизнью. вот это, как говорится, я думаю, это очень многого стоит.